Всем привет, сегодня я, Денис, и сегодня у нас будет новогодний влог. Сегодня Новый год, и мы сегодня идем с Егором гулять. Я пока что подхожу к ракете, он там меня ждет. Сегодня я покажу вам, как мы гуляем сегодня. Будем гулять. Придем домой и будем праздновать Новый год. Кстати, вас с Новым годом, с наступающим. Желаю вам, чтобы все было в Новый год просто кайфово. Да. И чтобы все мечты сбывались вам. И желаю вам всего хорошего. А сейчас погнали. Что, будем готовиться на опасных горках. То есть на карусели. Опасные очень. Погнали. Ух, с Богом, давай. Я крепко держу. Вы видели, что сейчас происходит. У меня даже просто камера может намного лучше видеть это все. Я вышел. Ух, бля. Тормози. Прошли, но я рвется сейчас. Сейчас будем раскручиваться на более жесткой карусели. Я чуть-чуть боюсь, мы уже сейчас пробовали. Как сказать, сегодня у нас влог как бы состоит из каруселей. Можно так сказать. Так что поехали, что я сейчас настрою. Погнали. Вы меня будете видеть потом уже вот так вот просто. Я буду пролетать. Спасите! Ну вот, я и прикатился к вам. Это было жестко очень. Я чуть не умер. О, это просто очень жестко. Люди, если вы хотите вот сюда прийти и вот так вот раскачаться, я вам рекомендую. Сейчас я покажу, как это все выглядит. Поехали, первый заход. Мне будет как-то неудобно качать, потому что я еще с камерой. Ему вообще пофиг. Смотри, ему вообще пофиг. Просто пофиг человеку. Конечно, блин, я с камерой. Друзья улетают. Как я тебе помогу? Давай. Просто. Короче, вот такой вот у нас мини-влог сейчас получился. Но простите, что так мало заснял, потому что я забыл, что надо снимать. Ну и вот, сейчас так темно. Сейчас подхожу вот к дому. Очень близко у меня дом от бабушки Егора. Ну и вот, так что сейчас придем и заценим, что там уже подготовили мои родители. Что, погнали. Короче, люди, сейчас уже взрывают салюты. Уже чувствую, что Новый год подходит. Через 7 часов он будет. А я не знаю, что делать через 7... еще эти 7 часов. Так что, сейчас заходим домой. Так что, люди... Кстати, вас тоже с Новым годом. Я поздравляю вас, но... Все равно с Новым годом. Желаю вам больше счастья, больше удачи, успехов во всем, просто во всем. И, конечно же, смотреть мои видосики и лайкать. Сейчас мы уже дома, я уже здесь. Да, я же сижу, жду. Смотрю, как там видео, все нормально. Но я подумала, когда я пришел на ракету, то я не показала Егора. Но его тоже там показала, я просто не... Потому что он чуть-чуть не хотел сниматься. Но я его потом говорил. Но почему-то он вас не потерял с Новым годом. Сколько там времени, кстати? 18:18.
или это включили уже Путина. Действительно, не бывает. Потому что у нас никогда не было и не будет. И поэтому нам важно быть сплоченными, единой, сильной командой. Сейчас я тоже... Короче, скоро мы пойдем на улицу, да, на улицу пойдем. Вот там будем взрывать фейерверки, всякие штуки, петарды у нас там есть. А что еще? Хлопушки у нас есть, да, 5 хлопушек. Жестко, реально, очень жестко. 5 хлопушек сразу же. Я в шапке русской, в шанке. Потому что я в ней пойду. Вот там уже взрывают просто... кучу людей. Я не понимаю даже, почему, блин. Я всем звоню почему-то. Хочу поздравить их, но они не отвечают. Че вы так? Окей, ладно. Давай, выходим. Выходим. Так, быстрее идем. Идем, мы сейчас опоздаем. Шок-контент, мы опаздываем. Вот снег пошел. Ё-моё. Вау. Просто на весь весь меня просто забомбило.